Самое романтическое место в Калининграде, и, наверное, самые романтические концерты и программы проходят здесь. Ну, хотелось бы, чтобы эта традиция продолжалась, потому что все-таки концерты на открытом воздухе и в таком красивом месте, это вот такой замечательной атмосфере, это все-таки эксклюзив, и нужно его продолжать. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si j'étais au premier de toi, si tu ne m'aimes pas, si tu n'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Любим музыку. Дома мы всегда ходим в филармонию и на различные другие музыкальные концерты. А тут я просто покупала билеты в Музей Мирового океана и случайно увидела афишу. Думаю, почему бы не купить, не сходить. Приятное сегодня окончание вечера. Вот, даже, честно говоря, даже не ожидали, вот, что попадем на этот концерт. Всегда, когда встречаешься первый раз с публикой, хочется показать то, что действительно и тебе очень дорого, и в твоей душе отклик находит. Поэтому выбирались произведения душевные, что ли, про любовь, и те, которые нам действительно близки в первую очередь. Я Олеся Петрова, солистка Михайловского театра, Метрополитен-оперы и Большого театра. Приглашаю всех на фредериксбургские сезоны. Приходите! Мы вам будем рады, и они вам будут рады, все вам будут рады.